Около дома 6 в Северном переулке начались работы по расширению дворовой дорожки. Здесь планируют сделать автостоянку. Но жители близлежащих домов возмущены таким положением дел. У них накопился целый ряд вопросов. Нас вообще не информировали о том, что здесь собираются делать. Вот, просто приехали какие-то люди, начали работы. Всегда перед началом всяких работ, у нас вот даже здесь вот эту делали вокруг фасада, да, чуть, на подъезде было объявление, что идет там капитальный ремонт ваших фасадов и так далее, кто, что и как. Здесь, как вы видите, никакого объявления заранее не было, что здесь собираются. Мы не знаем до сих пор, что здесь собираются делать. Парковку, расширение дороги. Мы пока видим, что, скорее всего, здесь будет парковка. Спрашиваешь, при каком основании? Все говорят, так решили, так положено. Ну и что это вот этот карман даст для 2-3 машин? Он ничего не даст, разъезд нет и сам. Многие жители переживают о том, что расширение делают очень близко от дома. И, соответственно, парковка будет располагаться прямо непосредственно перед окнами, которые выходят на дорогу. У меня астма, саркоидоз легких, у меня заболевание легких. Почему я должна дышать газами машин, извините меня, под окнами? Не поспишь спокойно. Мы, жильцы, против. Вот у нас собрались соседи, нас никто не спрашивал. Хотя у нас у самих есть машина, но мы находим место, где ставить, не под окнами. Среди жильцов есть и другая сторона, которая считает, что расширение дороги необходимо, чтобы здесь могли разъехаться машины и крупногабаритная техника. А парковка нужна, так как автомобилей становится все больше, а мест для них не хватает. Вот эти КамАЗы же ездят. Когда они проехать не могут, они либо по дорожкам вот здесь проезжают, либо они просто под окнами гудят. В 7 утра воскресенье. Расширение нужно. Хорошо, возьмем пожарных. Это тоже КамАЗы. Проехать невозможно. Расширение просто необходимо. Потом, зимой, когда почистят, да, чистят трактора, опять же, это узко. Снег лежит сбоку. Пройти из магазина сумками, причем машина едет, это нереально. По словам депутата по округу Ивана Ситникова, проект благоустройства территории в районе Северного переулка предполагает прокладку пешеходной дорожки и расширение проезда. Это делают для мусоровозов и другой техники, ведь именно в этом месте располагается площадка для мусорных контейнеров. Изменившиеся градостроительные нормы и правила учитывают грамотные проектировщики. Учитывают они и элементы комплексной безопасности, подчеркиваю, комплексной безопасности жителей, в том числе безопасность дорожного движения как для водителей, так и для пешеходов. И вот для этого делаются участки уширения, своеобразные островки безопасности. Проект не нарушает действующего законодательства и составлен строго по нормам. Его согласовали надзорные службы. По мнению депутата, мнения по поводу расширения разделились между двумя лагерями. Теми, у кого есть машины, и теми, у кого автомобиля нет. Я дошел не до каждого. Нужно было бы вывесить во дворе аншлаги с картинками, где что планируется устроить. Каюсь, это мой грех. Но еще раз признаюсь, что учесть абсолютно все мнения невозможно. Это уширение проходит в непосредственной близости от окон. Но, я еще раз повторю, если надзорные органы согласовали вот это расстояние, значит, оно нормам соответствует. Но еще раз повторю, нужно уважать друг друга. Если, конечно же, там зимой грузовая машина будет прогреваться и газовать в течение там часа, кому это понравится. Но это уже не относится, еще раз скажу, к проекту. Это относится к культуре поведения людей. Жители Северного переулка планируют писать обращение на имя главы города. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.